Столичный бодибилдинг дважды за два дня разгромил баскетбольные клубы из Одесского региона. В среду под горячую руку киевлян попал «Химик», а в пятницу «Одесса». Справедливости ради стоит отметить, что в пятничной игре подопечные Олега Юшкина не смогли рассчитывать на лидеров задней линии. Клим Артамонов, Юрий Кондраков и Дюк Монди пропускали игру по состоянию здоровья. Однако первую четверть «Одесса» убедительно выиграла 23-12. А потом сказалась нехватка лидера. В следующие игровые отрезки одесситы провалили 14-34 и 7-30. Итог встречи – очередное поражение нашей команды со счетом 65-91. Бриджман сегодня сыграл 8 минут, но не должен был играть в связи с тем, что в последний момент Клим Артамонов приехал, но у него поднялась температура, он остался в гостинице перед самым выездом. Проблемы со здоровьем случились у Монти. Юра Кондраков, у него есть небольшие проблемы с коленом, и, скажем так, решили, что лучше он вылечит колено и будет абсолютно здоровый игрок, решили не рисковать его, скажем так, и здоровье, и, не дай бог, карьерой.